На музыкальный проект телеканала «Перец», съемки которого прошли в эти выходные в Рязани, собрались исполнители почти со всей России. Проект «Продюсеры с большой дороги» призван помочь выявить талантливых певцов и музыкантов. Обязательное условие конкурса – исполнение песни только на русском языке. По словам продюсеров, главный приз – участие в большом концерте в Москве. У наших продюсеров есть свои вкусы, каждому что-то нравится. Но они стараются не ссориться, и поэтому как бы есть установка такая. Песни в русском жанре. Песни, которые звучат у людей, которые в дороге, у людей, которые воюют, обороняют, у людей, которые занимаются тяжелым трудом. Победителя музыкального конкурса определяют голосованием участники и зрители. Это, по мнению организаторов проекта, поможет выявить наиболее достойного исполнителя.